Сосыколь. Народ спрятался по палаткам, по машинам. Ну ничего не клюет. Почти ничего не клюет. Уже уезжают. И вот только один человек у нас сегодня. Мы все озеро объехали и нашли. Шлепает и шлепает карася. Сейчас посмотрим, как его ловить. Не, дайте ему это поймать рыбу. На поплавок зимой ловит. Это же с какой специалист, а? Ну почему так? Я его уже два раза просил крючок, два черта. Он одевал, блядь, ничего нет. Какой-то у него есть секрет, наверное. Ну ты чё? Ну ты чё? Блядь, уже расстроился. 2 минуты прошло, ничего не поймал. Должен всплыть, да? Вот. 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 Что-то в этот раз не шибко крупный. Но все равно клюет. А чем моложе, тем вкуснее, да? Вот так вот и ловим. Зимой на поплавок. На сосыколе. Вот такая рыбалка получается. Подожди, да я хоть засниму, как ты тянешь. Да? О-хо-хоу! Карась 0,5 килограмма. Ну, 450 грамм точно есть. Вот так вот ловят сосыколи мастера спорта. Вот. Все остальные бродят. Ничего нету. Взять. Взять ее. Взять. Взять. Давай, 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 давай. Взять. Если ты сейчас через 3 минуты опять вытащишь, да. Давай сейчас 3 минуты. Подивись. Это тебе не утка. Колючая. Я хожу. Я хожу. Вот смотри, Володя подошел, тезка мой, блядь. Значит, если еще вот постоит 2 минуты, ты, блядь, еще поймаешь. О, дядя Ренат наловил тебе рыбу, блин. Опять?